Я ж тебе говорила, Мария, когда с комнаты уходишь, комнату сразу на ключ. На ключ закрывай. Знаешь, какой народ? Я говорю, а ты взяла их Петровну комнату на ключ не закрыла. Вот я говорю, и плохо. Я говорю, уже бог все, и с деньгами, и с кошельком, я говорю. Но народ сейчас, Марии, надо, ой, как смотреть на народ. Такой народ поганый, жутко. А вот у нас одна была такая, понимаешь, как она все перекрала у их вилки, все ложки, понимаешь, такой был Александрович мужчина. Был оставшийся, а они были на даче, его и дача своя, на даче были все. А он говорит, Павловна, я прихожу с работы, Павловна, похлебать вот сейчас поесть, говорит, ложки нету, все унесен, говорит, все унесли. Я говорю, а вы раскройте рот, я же вам говорила, товарищи, убирайте это и все убирайте в комнату, все в комнату, у вас ничего не будет, вот я не оставляю. Я оставляю только тарелки, так я салфеточкой покрываю здесь, сушила она, и он и так и есть, а чтоб ложки я вилки оставила, никогда их не оставляю. Я говорю, а вы открыли рот, что тебе похлебать, я говорю, покушать это нищего. Пойду, Павловна, я в столовую, дам рубль, мне дадут ложку. Пошел на Ржевку, поехал там в столовую, дал рубль, ему дали ложку, понимаю, приходит. Павловна, ведь мне ложку дали, ну вот хорошо, Александрович, вот теперь кушай с этой ложки. Сколько вас пущено здесь? Я говорю, там у вас этот парк Скороходова, такие блатные там какие-то, я говорю, здесь гады, то на меня два раза уже толканули. Прямо этим вот буфером передним. Я только коробочку хотела почистить. Как она меня долбанула. Я сразу, понимаешь, упала. Сразу тут два мужика были на «Жигулях». Понимаешь, «Жигули» установили, бегут. Давай, давай, давай. Поднимают, подняли меня. Я говорю, я тебя ведь убью. Ты понятно тебе? Надо же смотреть. Почему ты не смотришь-то? Почему? Я говорю, ты что, только приехала, не знаешь город? Стерва. Милиционер бежит. Бабуля, бабуля, ты что, давай, поднимай это. Я говорю, записывай сейчас же ейный номер, ейный документ. Я говорю, обязательно, сука, его наказать надо. Что это такое? Я говорю, кто им подставит людей сюда? Кто им работать будет? Это город Ленинград, я говорю. Учти, я говорю, особенно на эту работу никто не пойдет. Никто не пойдет, а движению ходить надо. Вот так. Милиционер все записал. Бабуль, пойдем, я тебя свезу в больницу. Пойдем, я говорю, зачем? Ничего, мне ничему не больно, но только что я упал на междупутье, я говорю, потому что я была одевшая крепко. Понимаешь, ватник у меня был, кофта была. Трое, четверо штаны на себе ватные, это самые валенки на ногах. И я говорю, ничего, платок был и шапка. Я говорю, ничего, нет, не поеду я никуда, не по каким больницам. Мужики были, он и без меня ни за что не пойдут. Давай ее, только давай. Потому что я бы у меня сила. Я вот щебня как нагружу щебенки, целую площадку, понимаешь, везу на линию, все ее разгружу по линии, понимаешь, эту щебенку. А им надо 10 человек стать к этой площадке. Я что хочешь, сверну ее и все. Лес на себе носила дома. Хоть бы что таскала. И все равно и дров так же нарублю. Каких захочу, таких и нарублю. Накладу такой возюку, свяжу, и все. Потому что сила была у человека, ловкость была и ум в голове. На Пятницкой речке стояла часовня. Там прилетела икона и села на эту самую, на Ольху. Пришли наши туда косить. Господи, он висит на ульце, как же так? Он и понимает, что батюшку показали. Он говорит, ну что, надо, говорит, ставить здесь часовню. Вот так. И поставили часовню. И крестный ход туда ходит. Ну, у нас такое богатство было, это жутко. В каждом доме по 15 человек, не меньше народу было. У какие семьи, понимаешь, и так все жили. Сваре было, это ужас один, ужас, прям чудо было. Thank you.
сама же не замужняя, сама-то я не замужняя же, понятно? И у нас не было никогда, чтобы мы гуляли, а парней сколько ребят было. Это же ужас было. А мы вот не способны были на эту гульбу. Мы как-то боялись и стеснялись, и вообще считали, что это подобно. Кто какой, кто привык гулять, ему все равно хоть какой, только б живой. И все верно, а мы этого не привыкши. Мы привыкши к умной жизни, и все, понятно? Нас обвесь очень тяжело. Ко мне подойти тех тоже тяжело. Какой-то подходил и говорит, что да я, о! Я говорю, ты уходи сейчас же, пока тут жив, а ты тут на перекрестке будешь лежать. Понятно? Ушел, наверное, напугался, больше не показался. Ну что-то вот я представляю здесь мужчины, я их не считаю за людей. А у нас были такие мужчины, чтобы они что-нибудь похабное сказали людям. Или как-то они сказали, назвали человека. Нет, никогда. Них понятия не имею. А гармонисты все были. Гармонисты. Наши люди очень были хорошие. Вот я удивляюсь этому городу и думаю, город, а вот наше село, оно далеко не родня этот город нашему селу. У нас было 12 человек у папы. Все он по 4 дома поставил. Он 5 лошадей имел, одну выездную, 4 рабочие. 2 телеги же на железных ходах были у него. Сани хорошие, это выездные лошади были. 7 коров, 35 овец, 5 свиноматов. И мы, бывало, идем на работу, у мамы дома, мама. Она корзины, вот горлатые корзины были, она, бывало, кокорок напечет там, там, пирогов напечет. Мама уходит, а мы остаемся, жнем. Ну что, погода хорошая. Много ржи, надо убирать ее. Овес, рожь, жито, все убирать надо. И пшеницу все надо убирать. Ну и мы убираем. Это, наверное, было в 30-м, в 38-м, вот в 38-м, наверное, вот в таких годах было дело. Вызывали сельсовет ужас. Иди к тайным агентам еще. Сколько людей расстреляли. Вот батюшка погиб, его забрали, нашего попа. У его дом 10 окон у попа было. И 10 человек народу было, детей, понятно? И пашня ему была за нашим домом дана. Пашня. Он и косил здесь, и пахал, и убирал, все сам поп. Ну вот, теперь вот это тайные агенты, понимаешь, этого попа забрали, Мишу Илюхинова забрали, расстреляли, Лиданского дядю расстреляли, Анну Земскую расстреляли, Аню тетеньку Дорохину расстреляли, это сразу, а Лидановского этого нет. Этот еще жив был и зарыли живого. И все у нас милиции. Так. Ну все у нас, все дрожало, понимаешь? Это ужас один, Так они этого хотели, конечно, что такая семья сильная, а колхоз не идет, вот он и что. Вот придут, понимаешь, такого партийного пришлют к нам, а он начинает нам говорить, а мы никакого слова, он часа два сидит нам говорит, мы никакого ему слова не ответим, никакого, такой горюн ходил. Только я была и сестра, мы две были в колхозе. Я 19 лет им работала в колхозе. Я косила по 45 соток им травы. Теперь и ржи, и овца, и все, чтоб только они не заставили. И навоз возила, и лес возила. Людей-то убили, мужчин-то. А мы за мужчин, за всех, понимаешь? А кто сбоку, понимаешь? Кто не работает, а ты вкалывай за всех, понятно? Вот мне что надоело, вот мне это надоело. Я и мама говорю, мама, мне так это все надоело, мама. А брат здесь был в Ленинграде, Миша. Он с войны пришел, он здесь был. Ну и я ему говорю, Миша, он говорит, ну что, приезжай в Ленинград и все. Устроим, куда-то устроим, будешь работать и все. Бросайте здесь все. Я говорю, Миша, как документы? Вот документы-то, я говорю, ведь Сталин был. Я говорю, вот как документы достать, ты понимаешь? Паспорт-то надо, а где он? А как достать? Сейчас такой бардак, ты и паспорт достанешь, ты что? Такой был у нас секретарь, понимаешь, пьяница тоже партийный. Он говорит, ладно, все сделаем, давай 2 литра вина. И выдали паспорт. Ну и вот потом
Я уже собравшую, я и постелу по своим окнам замерзшу, не так ним заметно, и за село я вышла, и по дороге на Новорахино 5 километров пришла, идет грузовая. Я подняла руку, я говорю: товарищ, вы куда? На Ленинград. Я говорю: близко, пожалуйста, до Ленинграда. Давай, садись. Ну вот я села и поехала, и приехала в Ленинград. Ну, в Недрозном я работала. Мы молодые же девчата еще были, господи. Молодые, да такие святущие. Пристал директор любить. Ну, сука, как мы. Что делать с такой гадиной? Ну и вот потом тут Просковья Ивановна была бухгалтер и говорит: девчата, знаете что, уходите вы с этого завода, вам все равно покоя не дадут. Я еще. Общежитие мое, да, 25 человек. Было шкафом разгружено. А что? Ну, мы никогда не скандалили, мы никогда не приставали один к одному, никогда. И парни приходили, и моряков много было, вот когда были праздники. Мы были в гулянке у нас, и мы гуляли, и моряки все ночевали. Мы все в нашу комнату, а моряки в первой комнате все на кроватях. И утром опять все встали, мы их накормили, напоили ребят, и ребят все пошли спокойно. Да, отмечали праздники. И с райисполкома пришел, понимаешь, у меня была картина такая хорошая, старинная, понимаешь, виноград, и дама сидит, и с корзинкой держит виноград, понимаешь. Уж ему так все понравилось, печка топится, вечером было, так ему все понравилось. Ой, как красиво, как красиво. Я говорю: надо квартиру, давайте. Что же вы? Я говорю: вот у нас 18 человек здесь. У нас и всякие старые, и молодые, и маленькие, всякие люди есть. Я говорю: а мы столько вот работали, я говорю, и нам ничего не дать? Ну, мы здорово написали в Москву. Ох, Москва и здорово. Их всех поснимали с горкома и с райисполком. Вот на Михайлова оставила эту скотину. Когда они мне эту дали, вот площадь, Рожина, твою хоть взяли площадь, но мы тебе все равно дали, но мы тебе желаем всего хорошего, всего хорошего. Представь себе, это ж получить отдельную квартиру в городе Ленинграде, ой-ой-ой, так пусть я говорю маленькая, но отдельная. Приехал с Мурманска. 4000 денег привез, сапоги хромовые мне привез, майку с черным воротом привез. И, ну, он раньше со мной гулял, я его в армию провожала, этого парня. Он писал каждую неделю. А он там вроде был женивший, понимаешь? Ну и все, я тебя любила, ты меня любил. Ну не надо мне никого, не надо. Зачем мне его, зачем? У тебя там есть женщина, она, наверное, сейчас разрешится. Зачем это мне нужно, зачем? Ой, сколько звали, это ужас, скукуйте парень. Приехал, теперь Савинов этот парень, до чего ходил, до чего и взять их не приходил. Ох, надо невесту посмотреть. А папа сидит и говорит: да ведь она не букашка, говорит, что каждому покашка. Что там говорить, даже противно, какой распущенный народ. Возьми вот любую женщину, она держит семью. Семью. Она стоит в трамвае, смотрит на другого, понимает, что ты, а-ля-ля-ля-ля-ля с другим. Thank you.
Было все, да. Все складывалось, да все не вышло, ничего. Все складывалось. Я думала, что тут Мишка Капустин. Ну, давай, это самое, мы будем записываться, запишемся. Я говорю, давай, Господи. Он только пришел с финской войны, понимаешь? Сидим мы у озера, а он говорит, ты знаешь, ведь еще война будет. Я говорю, да ты что, да, будет, говорит, теперь смело с германцем будет война, обязательно. Я говорю, да ты что, он говорит, да. Я говорю, ну так а как же, с германцем будет сейчас опять война, ну что тогда у нас будет, ничего, да. И как раз, понимаешь, через неделю, товарищи, война, вот и все, все погибло, ничего никому не надо, вот так. А так что вы? О, я бы жила нормально бы. Я так бы не было войны, я бы, может быть, у меня и было и по детей 20 человек. Но факт тот, что все сгубило. Все сгубило. Ой, Тоня, что ты? Такая церковь у нас бывала в Пасху. Господи, все идем в церковь, а эту за утреннюю стоим обедню, к вечерней идем, а папа с мамой домой. Это были фонари мышки, понимаешь? Он с фонарем, а ночи темные, на Пасху ужас темные ночи. Крестный ход прошел, понимаешь? Мы садимся, едим, и спать уже хотим. Мама, мы спать хотим. Ну, ложитесь, дети, ложитесь, спите, теперь покушаем, все, ложитесь. А мы с папой. Thank you.